Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем с вами изучать сказки, и сегодня на нашей полке книжка «Белоснежка и семь гномов», которую мы с вами и разберем. Прежде чем начать читать сказку, хотел бы сказать о том, что этот сюжет «Белоснежки и семь гномов» прослеживается в преданиях и легендах разных народов мира. Исследователи насчитали около 35 различных сюжетов, где упоминаются в той или иной вариации похожие события. Надо сказать, что откровение о Спасителе изначально, когда люди выходили из рая, было дано Богом. И сказано было о том, что придет тот, кто спасет людей от греха и смерти. И эти легенды передавались из уст в уста в самых разных вариациях в разных народах мира. И Священное Писание, которое было дано через Моисея иудеям, через пророков, точно рассказывало о том, как это будет, как будет происходить это событие. Иным же народам это откровение было дано как бы в притчах. И эти притчи как раз и есть наши сказки. Однажды давным-давно жила в сказочном королевстве одна королева. Как-то раз зимним деньком сидела она у окна, что в раме черного дерева, и шила. За окном шел снег. Королева любовалась танцующими в воздухе снежинками и, засмотревшись на них, уколола себе иглой палец до крови. Три капельки красной крови упали на занесенный снегом подоконник, и королева подумала: «Ах, если бы у меня родился ребеночек, белый, как этот снег, румяный, как кровь, с волосами черными, как дерево на оконной раме». Вскоре желание королевы исполнилось. У нее родилась хорошенькая девочка с белоснежной кожей, с алыми, как кровь, губками, румяными щечками и с черными волосами. В память о том, как ей было загадано желание, королева назвала дочь Белоснежкой. Во всех сказках король и королева и царство, которое недосягаемо, это есть сам Бог. Бог Троица, который является творцом человека. И в данном случае уколотый королевой палец и пролитые три капли крови говорят о том, что сама королева, являясь матерью Белоснежки, которая родится впоследствии, является правительницей человечества. От нее рождается человек, и в дальнейшем все мы. То есть фактически это образ Евы. А иголка, которая уколола палец, это образ жала смерти, которая поразила Еву и Адама, когда они вкусили от древа познания добра и зла. Вскоре после рождения дочери королева-мать умерла. Год спустя король взял себе другую жену. Вот здесь смерть королевы это как раз таки свидетельствует о том, что смерть вошла в нее через укол иглой, жалом смерти. Такой же укол, только уже веретеном, присутствует также у братьев Гримм в сказке о спящей красавице, после которого она засыпает вечным сном. Но в данном случае от укола королева в скором времени умирает. И вот взятая на ее место другая женщина, мачеха, это подмена доброй любящей матери на ту, которая ненавидит в дальнейшем приемного ребенка, говорит о том, что происходит некое перерождение. Если мы помним, то дьявол Деница, который изначально был светлым ангелом, предстоящим перед Богом, после гордыни и возношения становится тем, кто превращается в дьявола, сатану и ненавистника людей. Вот именно эту дочь, которая родилась от королевы, это мы с вами, образ человечества, возненавидел дьявол и решил извести. Было у нее волшебное зеркало. Королева часто стояла перед ним, любуя собой, и спрашивала: «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, кто здесь всех краше, кто всех милей?» Этот вопрос о собственной красоте обычно задают только те люди, которые действительно очень горды собой. И ни в коем случае не допускают, что кто-то может быть прекраснее, чем они. Деница
изначала таковым себя и считал. Считал себя больше, считал себя прекраснее, сильнее, могущественнее даже, чем сам Бог. Из-за этого произошло восстание против Бога, а впоследствии ненависть к человеку, зависть, как к возлюбленному дитю Божию. Зеркало отвечало королеве то, что она прекраснее всех людей на земле. Но подрастала Белоснежка, и в скором времени зеркало стало отвечать то, что Белоснежка красивее, чем королева. Ты, королева, красива собой, а все ж Белоснежка выше красой. Королева так рассердилась, что позеленела от гнева. С того часа, как бывало, увидит Белоснежку, так у нее сердце от злобы разрывается. Настолько возненавидела девочку злая мачеха. И действительно, появление в Эдеме человека для дьявола стало большой скорбью, потому что он видел, что теперь уже люди являются любимыми чадами Божиими. И он решил предпринять все для того, чтобы их извести. И зависть с гордостью, словно сорные травы, прорастали в душе злой королевы все глубже и глубже, и не было ей покоя ни днем, ни ночью. И вот позвала она однажды своего егеря и сказала: «Отведи Белоснежку в лес и убей ее, а в доказательство того, что мое приказание исполнено, принеси мне ее сердце». Егерь повиновался и вывел девочку из дворца в лес. Но когда он вынул свой охотничий нож, Белоснежка заплакала и взмолилась: «Добрый человек, не убивай меня. Я убегу в дремучий лес и никогда больше не вернусь домой». Пожалел егерь хорошенькую девочку и сказал: «Так и быть, ступай себе с Богом, но только больше никогда не возвращайся». Он надеялся, что она убежит лесом, и ее съедят дикие звери. А сам поймал оленя, вырезал его сердце и принес злой королеве. Бедная Белоснежка осталась одна-одинешенька в диком лесу. Но звери не тронули ее, и она, плутая почаще, в конце концов, выбившись из сил, вышла к маленькому домику, где жили 7 гномов. Вот здесь у нас появляется таинственное число 7. Число 7, оно сакральное, часто используется в духовных текстах. Вместе с тем мы понимаем, что из нашей жизни, из опыта, 7 дней недели мы проживаем каждую неделю, начиная с понедельника, заканчивая воскресеньем. Также 7 дней творения. То есть Бог 6 дней творил мир, а на 7-й почил от дел своих. То есть в данном случае число 7 является символом нашего земного мира, нашего времени. 6 дней творения, в 7-й день Бог промышляет о мире. И вот именно эту 7-ю кроватку для себя выбирает Белоснежка и засыпает на ней. То есть она решает остаться именно на этой кроватке. Это говорит о том, что как раз-таки 7-й день творения – это наш день, когда мы живем и существуем здесь. Что же Бог вменил нам в обязанность? Он вменил нам в обязанность заботиться о созданном им мире. И Белоснежка, оставаясь у гномов, которые в скором времени вернулись, начинает помогать им по хозяйству. Убирает, стирает, моет и готовит, а гномы добывают сокровища из рудников. Золото, алмазы, и приносят эти богатства домой. Мачеха придумала еще большее зло. Она взяла наливное красивое яблоко и напитала его ядом. Пришла к Белоснежке и стала предлагать отведать яблочко. «Не могу я никого впустить в дом. 7 гномов мне это запретили», — сказала Белоснежка. «Ну а куда ж мне тогда девать мои яблоки?» — отвечала крестьянка. «Хочешь попробовать одно из них?» «Нет», — ответила Белоснежка, — «мне не велено ничего брать». «Да уж, не отравы ли ты боишься?» — спросила крестьянка. «Вот, смотри, и разрежу яблоко на 2 половинки. Скушаю одну, румяную, а другую съешь сама». Вот здесь, конечно, появляется знакомый нам атрибут из Эдема – яблоко, которое стало символом искушения. И разрезание яблока на 2 половины, одна из них, которая была отравлена предусмотрительно, а другая нет, как раз свидетельствует о том,
что дьявол, находясь на древе познания добра и зла, предлагает вкусить плод Еве. И на ее сомнение говорит: «Посмотри, я питаюсь этими плодами, и тебе советую, попробуй». И Ева поверила и вкусила, и смерть вошла в нее. Почему же Белоснежка является образом человечества? Почему же именно принцесса, девушка, является образом нас с вами? Да потому что дева – это образ церкви, а церковь – это собрание человечества для Христа. И вот однажды мимо гроба Белоснежки проезжал прекрасный принц, который увидел ее лежащей в гробу, как бы спящей, очень красивую, и стал просить гномов отдать ее ему. Но они не соглашались, потому что тоже любили ее и хранили ее покой. Принц убедил гномов передать тело Белоснежки ему, и когда возвращался назад с ее телом во дворец, то один из слуг споткнулся, гроб упал и разбился. И изо рта Белоснежки выпал кусок яблока, и она ожила и встала на смертном одре. В таких сказках обычно принц – это образ Спасителя, образ Христа. Почему он умолял гномов отдать Белоснежку? Потому что полюбил ее. И как раз-таки Христос есть сама воплощенная любовь. Он любит человечество и ради нашего спасения воскрешает нас. А то, что кусок яблока выпал изо рта Белоснежки, говорит о том, что в ее силах была возможность вернуть себе жизнь. Это значит, что жизнь человека все-таки отчасти в руках его самого. Эти замечательные сюжеты сказок, древних, удивительных, написаны неизвестными людьми. Но видно, что эти люди отлично знали богословие, понимали о сути отношений Бога и человека, о ненависти к человеку дьявола, а также о любви Христа к человечеству, которое ждет после смерти всеобщее воскресение. Всем вам желаем, дорогие братья и сестры, всего доброго и помощи Божией. До новых встреч!